Итак, вернемся к нашим баранам, вернее, коровам. Так, давайте мы сделаем следующее. Мы вот возьмем вот этот лупчик разрезной и сделаем здесь такую лупу. Так. Затем селектируем вот эти кнопочки, точечки, да? И скажем, что мы хотели бы их подвинуть. Значит, Г по оси X, да, и поставим их вот так прямо. Отлично. Вот так у нас будут коровятины правильно. Еще раз. G и X. Ну, чтобы лучше видеть, мы сейчас нажмем. Ой, что-то я тут все перекосил. Да? Назад, назад, ребята, назад, назад, назад. Тут вообще что-то все перекошено. Странно. Так. Ну-ка еще. Нет, тут все нормально. Ну что ж, дорогие друзья, вернемся к нашим баранам, вернее, коровам, да? И пойдем так, сейчас у нас единичка. Возьмем сейчас, пойдем в Edit модус, называем Tab. Здесь берем лупчик. Так, хорошо. Для того, чтобы у нас можно было захватить вот эти две точки, Select боксу, да, то есть у меня вот здесь нажатое, что насквозь это будет, так. И теперь мы берем G по иксу, вот так, коровячину сделаем, вот так, хорошо, вот у нас такая корова. Теперь нам надо бы поработать с головой поработать, чтобы нам нужен референт другой. Мы этот отключим. Где он у меня? Вот он. Этот отключим, а подключим сюда. Подключим сюда сейчас другой. То есть жмем Shift-A. Меняем, вернее, объект модус идем. Так, и Shift-A. Он нам говорит, что тебе надо. Вот, а нам надо референсную картинку. И мы пойдем с вами туда, где она лежит. Это корова 2. Так. Ну, ясно, она нагнулась. Как стояли, так и стоим, да? Нет. Давайте мы пойдем на единичку. И вот отсюда уже загрузим этот самый имидж корова 2, да? Вот она, это корова 2. Так, давайте мы ее немножко выдвинем, наверное. Ну, просто посмотри, давайте просто посмотрим. То есть у нее вот такая треугольная морда, вот так, да, то есть прямоугольник такой, потом есть рога и ноздри. В общем, ничего сложного, поэтому мы с вами сейчас это отключим и попробуем это сделать. Мы в объект модусе грузим сюда кубик. И с этим кубиком начинаем работать. То есть, давайте сразу скалировать его. Не знаю, мне как-то привычнее скалировать при помощи вот этих инструментов. Они напоминают мне синему. Как бы мне ближе, да, ну как бы отвыкнуть надо, по сути дела, но пока не могу. Так, дело в том, что я не знаю, что быстрее. Вот смотрите,
Мы можем, конечно, сказать S, да? То есть перейти. Нет, останемся S. Назвать какой. Выделили. Сказали S. Да? И потом нам надо еще сказать обязательно по какой оси и так далее. Не знаю, ребят. Дело в том, что мне, как говорил, мне удобнее так работать. Вот и все. Как хотите. Так. Ну, сделали заготовку морды. Так, теперь нам надо перейти Tab Editor. Выделить вот эти точки. И с помощью вот так их уменьшить. Хорошо. Так. Если у нас получилась большая морда лица, то можем немножко, конечно, уменьшить. Нет, тут нам просто надо выделить его. Вот так. Достаточно. Теперь поставим его на место. Сюда. Сюда. Да, тут удобнее, конечно, однёркой пользоваться. Явно, что у нас маленькая она, коровенькая. Вот так. И вот так. Вот так она будет хорошо. Мне кажется, так будет хорошо. Так, эту мы тоже чуть-чуть сузим. Вот так. Семерка сверху у нас. Мы ее подвинем. Г. Все, этого мне достаточно. Так, следующим этапом нам надо еще один. Вот так. Его сюда его ставим. Смотрим сразу же. Так, видим, что оно у нас широковато. Я думаю, вот так будет хорошо. Здесь тоже нам надо немножко убрать. И вот так поставить. Получили такую схематичную морду лица. Единственное, что я не пойму, ребят, то почему у нас крыша съехала? Почему у нас крыша съехала, да? То есть мы видим, что у нас как-то кривовато эта штука стала, да? Странно вообще. Ну, чем ее править? Я, наверное, сейчас ее удалю. Да и все. Вот так. Удалю. Поставлю новый объект. Кубик, да. Из этого кубика сейчас слеплю, что мне надо. Это будет гораздо быстрее. Вот такой корпус у нее будет. Вот так вот это по высоте. Смотрим. Да, чуть-чуть меньше. Так. Ну и можем теперь селектировать. Но лучше нам пойдем мы сейчас в этот и сделаем сегодня по-другому чуть-чуть. То есть экструдом воспользуемся. Пойдем сейчас тап. Да. Выделим вот этот полигончик, вот здесь нажмем, выделили. Е, это у нас экструд,
Вот мы прошли этот экструд. Замечательно. Теперь мы выделим точки. Select box. Не, только вот эти две, ребят. Мне больше не надо. Вот. И потянем их просто вниз. А, нет. Сейчас я перейду в этот. Вот. Чтобы у нас ерунды не получалось, г. Вот так. Вот такая у нас будет корова. Вот такой у нее будет. По Z. Да. Вот когда нам надо ровно сделать, лучше нажать Z. И вот таким образом у нас получился новый корпус. Если мы перейдем в объект модус и нажмем скалирование, то у нас все прекрасно получится. Так, точно так же мы можем скалировать. Все, у нас получилось идеальное. Коровья морда и сама корова. Если мы включим, да, так оно и есть. Ну, здесь просто она более вытянутая. Но нам еще надо сделать